Мы на месте. Мы приветствуем Сергея, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов, доверит. И я даю команду, значит, три, сканер сканирует пространство над головой Сергея, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Сергея, находит все. У него гуманоид. Гуманоид. Хорошо. В клетке? Ну, под ключкой как таковой я не вижу. Да, в клетке он показывает, у него в руках какой-то как прожектор. И когда он его включает, в основном это моменты, когда Сергей отдыхает. То есть, когда он спит, гуманоид включает прожектор, и вот от прожектора идет такой овал, свет, но он не круглый, а овальный, и как ограничивает все тонкие тела напрямую, вот этот вот энергии идут на этот свет. Он его как сканирует, что ли. Хорошо, этот прибор переходит в соседнюю клетку. Откуда ты, гуманоид? Куда? Как долго ты находишься в этом биополе? Недолго. Подключек нет пока. Нельзя сказать, что нахожусь. Интересуюсь, сканирую. Вы правильно прочитали. 3 дня. 3 дня. А что дает твое сканирование? Чего ты ждешь? Какого момента? Проверяю на будущее. Ну и какие цели у тебя на будущее? Для чего он должен подойти? Для каких критериев? Много интересных направлений. Но я все-таки хочу. В будущем может произойти. Это будет зависеть от его энергии и его личного развития. Поэтому я пока наблюдаю. Хорошо, скажи мне, почему ты легко зашел в его биополе? Ты не заметил защиты, не заметил намерения? Как это произошло? Это было насильно или это была ловушка? Во сне происходит выход. В астрал. Отделение тонких тел. И там я сканирую. Там как... я сканирую. Подключек нет. Там ты сканируешь, подключек нет. Хорошо. Это единственное, что я сейчас понял. Запись чуть прервалась. Хорошо, сканер. Во сне сканирую тонкие тела. И что, у него не было возможности во сне защититься, чтобы тебя остановить? Не настолько еще его развито намерение. Об этом я и говорю. Вот. Я жду, что будет в будущем. Хорошо. Если эти энергии так и будут оставаться неразвитые, тогда я применю свои подключки и использую в своих целях. И если же энергии будут развиваться, укрепляться, защищаться, мне не стоит подходить. Понятно. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Сергея на чистоте гуманоида. Осталось ли что-нибудь незамеченным в биополе Сергея? Отключаешь ли, что найдешь, выводи. У него подключек нет, но у него есть как след вот от этого сканера, такой овальный, вокруг него как труба, он очень бледный. Хорошо, вывожу этот след, 1, 2, 3, зависает перед ним. Как энергетическая пленка, готова. Открываю воронку в галактическое ядро, и пленка уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, больше никого нет, кроме гуманоида, Вера? Нет. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня гуманоид с Уты. У нас еще прибор, сканер его в соседней клетке. В биополе он не вошел, присматривался, ждал лучшего момента. 3 дня только сидел. Мы заберем на беседу и прибор тоже заберем. Хорошо. Готово. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Сергей? Великолепно чувствую. Сканер не замечал. Ну, это трудно, у них свои технологии. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Сергея. Это мужчина, мужские энергии. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Сергея. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я рад приветствовать всех в этой комнате находящихся. Приветствуем. Вы можете звать меня Ноль. Ноль. Приветствуем. Да, именно отсюда все начинается. Абсолютно верно. Точка. Начало. Уважаемый Ноль, вы куратор или учитель? 2 в одном лице, скажем так. Хорошо. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку, чуть раньше чистку вашего подопечного, до которого вы достучались.
В этот раз у него был гуманоид с уты. Зашел 3 дня до этого. Все убрали, все чистенько. Остались 10 вопросов, которые Сергей подготовил для вас. Я спрашиваю разрешение, будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, потому что это естественно. Именно с моей помощью произошла эта встреча. Благодарим вас, уважаемый Ноль. Если позволите, начиная с первого вопроса. Откуда моя душа? Благодарю за этот прекрасный вопрос. Твоя душа ангельская, твои крылья черные. Или темные. Не всегда именно черный свет присутствует. Иногда это темно-серый. Но один и тот же смысл. Ты ангел-воин. Ангел-воин. Мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады видеть ангела, куратора ангела-воина в нашей комнате диагностики. Благодарю вас за этот прием. И прекрасную атмосферу, и приятные энергии. Нам очень приятно, что вам здесь нравится. Второй вопрос. Какой уровень моего развития, вернее, какой уровень моего высшего я и как я могу его развивать? Твоего продвижения и развития ангел-воин выполняет свою задачу, защищает и аккумулирует энергии для этого. Сперва защищает себя, а потом остальных. Что касается уровня, твоя душа переходит на 11 уровень. Ангельского развития. 12 уровень души. Благодарю вас. 11 ангельский уровень, высшее я. Переходит с 10 на 11. Перейдет или нет, будет зависеть от его развития на планете Земля и продвижения души. Я благодарю вас за этот ответ. Я перехожу к третьему вопросу. Какое мое предназначение в этой земной жизни? Предназначение любого ангела – это нести свой свет, жить по совести и продвигаясь вперед без остановок, как бы трудно ни было, идти вперед с надеждой, верой, любовью в сердце, нести свой свет. Только так можно спасти человечество, вести за собой. Какие бы времена ни были на Земле, относиться позитивно, без уныния, к любым ситуациям, быть примером, указывая свет. Благодарю. Я благодарю вас за этот ответ, уважаемый Ноль. Я перехожу к следующему вопросу. Какие таланты и способности я должен развивать? Таланты и способности находятся внутри тебя. Начни, пожалуйста, с веры в себя. Доверие к себе и к тем знаниям, которые ты хотел бы получать. Твоя душа сама показывает, что ей нужно, что ей интересно и где ей приятно. Дальше с каждым шагом тебе будет открываться больше и больше информации. Доверься себе. С доверия все начинается. В дальнейшем ты поймешь, что это значит доверять самому себе. Ведь дела духовные, душевные, энергетические не особенно видно, но результат будет виден. Твое внутреннее состояние, твое внешнее состояние, энергии, которые будут отходить от тебя, люди, с которыми ты познакомишься и притянешь к себе новыми вибрациями, изменят твою жизнь, изменят твое внутреннее состояние. Поэтому я не могу расширить этот вопрос и указать на конкретные таланты. Я лишь начну с доверия. А дальше, как волны доверия изменит твою жизнь, ведя к тебе по лестнице осознанности. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Ноль. Я перехожу к следующему вопросу, пятый. Сколько кармических узлов я прошел и сколько мне еще осталось пройти? Ты на третьем кармическом узле. Впереди еще 2. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какое по счету это мое воплощение на Земле? 18. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Кем я был в прошлой жизни на Земле и какой опыт получил? Ты был скупщик. Скупщик разных предметов, драгоценностей. И имел свой магазин антиквариата. Какая-то страна, какой год, если можно узнать? 1875 год. Страна Франция.
Благодарю вас. И какой опыт он получил? Он очень трудно расставался нажитым добром в конце жизни. И его это очень сильно беспокоило. Кому же все останется? Был жаден, но жил богато. И я могу видеть душу в теле. Перед смертью главной проблемой было то, кому же все достанется. После смерти душе немного смешно. У души есть ирония, что ценности были рядом в виде жены и детей, но любовь была отдана драгоценностям, их рассматриванию и хранению. Какие еще вопросы будут? Никаких вопросов нет, есть все понятно. Материальная жизнь сильно притянула. Жадность. Это опыт души. Я думаю, там сидел хороший джин и получал свое удовольствие. Я благодарю вас, уважаемый куратор Ноль. Мы переходим к следующим вопросам. Здесь все понятно. 8. Могу ли я исцелить свое зрение и что мне в этом может помочь? О, какой прекрасный вопрос. А почему я это говорю? Потому что в прошлую жизнь я увидел тебя в очень толстых линзах со специальным прибором, рассматривающих драгоценности. Твое зрение уходило на них через толстый прибор. Осознавая это, поняв, откуда идет потеря зрения, ты можешь выдавить из себя этот прошлый опыт и снять эти невидимые линзы из прошлого. С этого нужно начать, а дальше наполнять свои глаза энергиями и фокусировать их внутри себя, заставлять фокусироваться, потом расслабляться. Благодарю. Благодарю вас. Можно, позволите наводящий вопрос. Эти очки ему надо прорабатывать как блок или это можно нам будет убрать? Нет, или... это его личное. Значит, ему нужно проработать эту ситуацию. Это его личное прожитое состояние. Он очень часто одевал очки то на один глаз, то на другой. Это прибор, через который смотрят мелкие детали. Увеличительное стекло. И узнают подлинность предмета. Я это понял. В общем, это он должен сам сделать. Я это хотел уточнить. Да, он сам и хотел, и сам должен проработать, снять с этих глаз вместе с жадностью. Все понимаю. Хорошо, идем дальше. 9 вопрос. Кто из моего окружения является моими родственными душами? Пожилая женщина. Я лишь хотела сказать, что было пересечение в прошлых жизнях. Вы знали друг друга раньше. Благодарю. Благодарю вас. И последний, 10 вопрос. Какие советы вы могли бы мне дать или для меня? Советы будут следующие. Я уже сказал про твои крылья, а теперь я хочу описать твою ангельскую энергию, которая находится внутри тебя, которая имеет множество предназначений, в том числе излечающие энергии. Энергии защиты и энергии наполнения. Я бы хотел, чтобы ты протянул руки и прочувствовал через мои энергии свой ангельский стержень, активировав его. Это очень приятно знать свои родные энергии, которые находятся и наполняют твои тонкие тела, а также физическое тело. Именно эти энергии есть твоя душа. Именно они наполняют твой дух и твою сердечную чакру. Именно этот свет несет каждый ангел, расширяя эти энергии, защищаясь ими или же наполняя вибрациями, распределяя вокруг себя. Именно эти энергии видят и чувствуют животные, а также люди, не понимая того. Благодарю. Энергии активированы. Благодарю вас, уважаемый куратор Ноль. Вопросов больше не осталось.
Остался маленький нюанс в этой комнате диагностики, о котором, возможно, вы еще не знаете. В этой комнате диагностики каждому куратору и каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора 0, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за помощь своему подопечному, просто на добрые воспоминания об этой встрече. Великолепный подарок. Я сдержу свои эмоции, но мои энергии, они распространяют мою благодарность по вашей комнате диагностики. Благодарим вас. Передавайте, пожалуйста, привет в ангельском мире. Мы будем рады помочь всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны, мы готовы убрать все преграды на их пути и открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Благодарю вас за это. О, я бы хотел добавить про глаза. Пожалуйста. Если вы помните, душа отнеслась с иронией к жадности физического тела и прожитой жизни. Также с иронией, пожалуйста, выдавливай фантом этих очков, предмета, лупы со своих глаз. Это как пелена, сними ее сам вместе с жадностью, с иронией. А дальше открой портал в галактическое ядро, сбрось это все и закрой. Так же, как ты сбрасываешь негатив. Благодарю вас. Теперь все. Благодарю вас. Традиционно мы не прощаемся. Я говорю, до скорой встречи, уважаемый куратор 0. Всего вам наилучшего. Возможно, еще встретимся. Благодарю за эту встречу. Во благо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Сергей. Мы закончили вашу встречу с куратором 0. Вы получили все ответы на свои вопросы. Он смеется. Эти вопросы породили новые вопросы. Очень интересная информация. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сергея в его систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он крылья пробует, поднимает, направляет, скрывается ими. Отлично. Готово. Отключаюсь от объекта.